Знали, что если зайти вот сюда, мы увидим ту реку, то там будет такая дырка. Вот такая. Доска. Камера. И вот тут будет подсыхала шейка. О, как она выглядит, золотая. А, хотя она не так золотая. Интересно. Вы, наверное, знали такую пацанку? Вот такую. Заходим сюда. Сюда подсыхалка на жизнь. Если сюда мы зайдем, то мы увидим. Вот, я не умираю. Вот, и вот подсыхалка. Кстати, я что-то не понимаю. Чё, медведь, знаешь? Зибир, кус, скра, папа, кака, скиндики, папа, эмпупу, утрбу. О, да он... Чё он там нажрался, да? Ты что скажешь? Эта головоломка была действительно сложна, тебе не кажется? Да. Так. Молодец, ты победил огромный. О, едьте, спасибо. Да, пожалуйста. Что ты скажешь? Владимир. Не бойся монстров под снегом. Как он знал? А, это его имя? Да и я тоже. Влад. Если нет, я не буду играть. Ну, ставь лайк, если ты знал такое. Подождите, я походу еще одну. Стоите. Я нашел подсыхалку. Поедем. Нет, не подсыхалка. Ладно, с вами не был. С вами был Диперван с камерой.